Привет, привет, мои прекрасные друзья. Что я вам скажу? Шопинг хорошо, а люблю я природу больше. То есть я купила необходимости, посуду красивую для дачи, пару брошек. Дальше у меня закончились деньги. И, в общем-то, и все. Нечем хвастать. Я хочу показать почти аутентичный ресторан, красивенький. Видите, сколько у них дров заготовлено. Это не для обогрева, а для питания. Хорошая печь, туристов мало. Здравейте. Не, я не снимаю. И что? Посмотрите, как красиво и разумно тут сделано все. Наверное, вкусно. Но все уже не работает. Видите? Меня люди боятся, что я снимаю. Чевермета. Чевермета. Ну, в общем, как-то я очаровалась. Даже колокольцами этим. Все очень красиво. И вот как будто бы мельница. Прям очень нравится мне. Надеюсь, вам тоже. Ну что, пошли на морюшко. Вот это моя любовь. Море, горы, природа. Ну, это правда, благодарен. Да, вот видите, сказала, что когда никого нет, это тот месяц, когда никого нет. Ну, вот как раз мы и пришли, когда никого нет. Все, как я люблю. Погода шикарная. Тепло. 25 градусов. Чайки. Гарусы. Ну, вот. Мы в Несебре. Ну да, современная уже Несебре. А мы с вами были в несовременном, старинном, тот, который охраняется ЮНЕСКО. Сейчас попробую увеличить. Вот там мы были с вами. Сейчас поглядим, можно ли нам слопать инжира чуток. Или не можно? Ой, можно. Есть. Ну, потом. Потом поедим. А до этого были гранаты, но я решила вас уже не мучить. Ага, вон видите. Много еще ягод. Фрукты. Не знаю. Ягоды, фрукты. Так. Смотрим внимательно. Где мы только что были. А вот там. Что-то оказалось я, хоть я и купила все, и все деньги потратила. Обнаружила я, что не шопинговая я девушка более. Люблю я больше созерцать, собирать травы, наслаждаться природой. Ну, вот как-то так. Книги читать. Музыку слушать. Кино смотреть ретро. Где-то так 48-е, 60-е. Итальянское, французское. Даже американское. Вот люблю. Советский люблю кинематограф. 60-х, 70-х, 80-х. В общем, люблю. Я люблю все красивое, но там оно еще было какое-то, пахнет духовностью. Вот как-то так было. Это я показываю пустой ресторан. Заговорилась и думаю, зачем я вам это показываю. А вот зачем. Вот вам красота. Все, аж легче дышать стало после всех шопингов. Полный релакс, красота. Наслаждайтесь. Умиротворяйтесь. Если захотите, покажу, что купила. Красивая. Не могла выбрать, взяла много. Это я про посуду. А, еще я купила акварели. Тоже не могла выбрать. Тоже взяла. Но на все деньги всего набрала. Вот такая наша жизнь. Та, которая игра. Мы играем по-крупному.
как я теперь поняла. Мои прекрасные друзья. Ну что, так я обнимаю вас любовью. Видите, дама пошла тоже прикоснуться к природе. Ну, давайте вот на этой ноте. Эта дама в такой позе была, неловко было с ней. И попрощаемся. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Люблю вас.